Howdy. I've been looking at the Lake Pontchartrain Causeway, which is the longest bridge in the world, and it's in Louisiana. 24-mile long bridge. So I wanted to see how they worked out the curvature building this bridge, because in 24 miles they should have to deal with 384 feet of curvature. And I even looked at a documentary from Modern Marvels that 45 minutes long, but they finally got to the point, and it was this. They threw this up as they were going to a commercial, and it was 35 minutes in, so I barely caught it. But it's this is what they're to compensate for the curvature of the earth. The Lake Pontchartrain Causeway was built roughly 2 inches longer than the distance it spans. 2 inches for 384 feet. Then I just started checking out some other bridges. This is the top 10 bridges, or top 10 longest bridges. You can see it's not far behind Lake Pontchartrain, the next one. And there's, they're all above 100 so far, and now I'm just dipping under. And then, look at this one. This one, Lisbon's Vasco da Gama Bridge, is 56,381 feet, 10.7 miles. So that is 76 feet of curvature that you should see. 76 feet of drop. So that's about a fifth of what the Lake Pontchartrain drop is, 384. So if Lake Pontchartrain just had to use 2 inches of extra road, these guys probably didn't have to use hardly any to cover that whole 76 feet of drop. And I thought I'd show you guys how I'm figuring out how much curvature we should be seeing. So in the first mile, you get 8 inches of drop. So for the Lake Pontchartrain Causeway, we'll take 24 squared times that 8 inches, and then you can divide it by 12 to get your feet, and that's 384 feet of curvature that they should have to deal with, but they only had to add 2 inches of road for that. So, okay, that's been explained. Now back to work. Thanks for tuning in. Thank you.
назад, она же спокойно, так пытался на коньках пройти по поэтапу. Вот такие торосы, здесь, конечно, поменьше. А в районе Альпона и дальше, там они 7-9 метровой высоты, представляете? Так через них какие коньки? Как это Никакого священного трепета. Сверкнула за окном вагона водная рябь, за ней вдали темнеют горы. Посмотрите налево. Байкал. Знаменитое Сибирское озеро. Недостроенная в начале века Кругобайкальская железная дорога охватывает только часть южного побережья. С нее всего озера не увидишь. Попытаемся обойти вокруг. Время от весны до осени 1988 года. Место
берега Байкала и впадающих рек. Берега, обживаемые человеком. Озеро начинается с горных источников и ледников Хамар-Дабана, с ручьев и речушек. Первозданно чистым кажется этот снег, эта вода, этот мир. После 8 месяцев зимы весна никак не хочет начинаться. Холодное дыхание Байкала долго еще напоминает о зиме. Поселки рыбаков, что на юге, в Байкальске, что на севере, в Ангарске, к самой земле от ветров прижались. Вообще человеческого жилья у озера всегда мало было. Нежилые места. Красивые, но бесприютные. Вот и май наступил, а на озере еще лед. Любая живность к устьям рек тянется, туда, где оттаяло, где корм. Только вылетел мотылек ручейника, впитавший первое тепло, а его уже птица дожидается. Все сильнее греет солнце, но холодна земля, желтеет прошлогодней травой. К теплым прибрежным водам выходят медведи. Где-то рядом мечет икру бычок. После зимнего голода захотелось медведям рыбки. Не брезгуют они и ручейником. На всех хватит. В грузинском заповеднике гостей весной много. Единственная возможность увидеть медведиц с медвежатами среди бела дня. Настанет лето, и они уйдут в горы. В прошлом веке баргузинский соболь был почти сплошь выбит охотниками. Заповедник и был создан для его восстановления. Теперь соболю угрожает, так сказать, мирное наступление. Сокращается площадь заповедника. Уходит зверь от человека за пределы подле моря, в непроходимую тайгу. 2 недели пришлось охотникам ловить соболя далеко в тайге, чтобы показать его вам. Все меньше безлюдных мест у Байкала. Оттаивает, рассыпается хрусталь байкальского льда.
Вода в озере практически лишена солей, которые защитили бы ее от загрязнения. Секрет чистоты в биологической очистке. Миллиарды рачков эпишура фильтруют воду. Главное, чтобы не нарушался температурный режим. Выше 12 градусов эпишура погибнет. Когда ледяные иголки превратятся в ледяную кашу, Байкал как одеялом укроется. Ни проплыть, ни в воду влезть. Даже нервы байкальскому тюленю. Всегда считалось, что нерпе до Красной книги далеко. Ее так много, что выбивается около 3000 зверей в год. Но сколько мы ни ездили, больших лежбищ не видали, хотя они отмечены на всех картах. Может, не повезло. Спросили у ученых, все ли им ясно с нерпой. И, кстати сказать, в общем-то, не очень помню те времена, когда всем было все ясно, крайне говоря. Но, во всяком случае, я не могу говорить за всю науку, скажем, за нашу нерпу любимую. По-моему, с ней вообще ничего не ясно. Абсолютно. Мы сейчас даже численность ее не можем сказать. Казалось бы, очень простой, в общем-то, способ. Все известно, все методика отработана Владимиром Ильичем Пастуховым. Давным-давно, 40 раз проводили этот учет, и в результате мы не знаем численности, какая она сейчас на самом деле. Легенды рассказывают, что людям удавалось приручить нерпу. Были случаи, когда зверь спасал тонущих. Но это в легендах. Нам нужна научная истина. Откуда пришла нерпа к Байкалу? Как питается? Как выключает дыхание под водой? Способы же изучения еще далеки от совершенства. Конечно же, байкальский житель, охотник и рыбак, убьет нерпу на прокорм, на одежду, хозяйственные надобности. Лишнего он у природы не возьмет. Но с каждым годом все больше у Байкала временных жителей. Надолго ли хватит этого леса, грибов и ягод? Но нельзя же огородить забором эти просторы. Есть мировой опыт развития туризма, только используй. Вот начали уже приводить в порядок Байкальский национальный парк. Будут и экологические тропы. Построим на берегах комфортабельные отели. Но кто в них будет жить? За последние годы споры о Байкале особенно обострились. Масштабы и темпы освоения природных богатств, которые диктовались государственной экономикой, вошли в противоречие с задачами охраны Байкала. Все чаще споры об экологии переходят в споры о нравственности. О том, зачем приходит человек к озеру, мы и хотим рассказать в фильме. Это байкальские горожане. Неизбежное наступление цивилизации. Неизбежные рекреационные перегрузки. Долго ли мы еще сможем пить эту воду? Если бы только купальщики. Проезжих путей по берегам почти никаких. Вертолетам дорого. Значит, зимой по льду, летом по воде, и горючее, и лес, и стройматериалы, и рыбу на этой большой дороге ловим. Байкал – место работы. С утра и до вечера. Раньше человек мимо проезжал. То с востока шел с дарами запада, то на запад с дарами востока. Наконец остановился.
Северобайкальск, одна из стоянок. Была станция на Байкало-Амурской магистрали. Теперь город. Нет ничего постояннее в нашей жизни временных поселков. К самому озеру подползают. Жиреют на свалках приспособившиеся чайки. Других птиц уже не видно. Разрушается природное равновесие. Ради чего? Мы привыкли жаловаться на экономику без инфраструктуры. А здесь создана инфраструктура, но пока нет экономики. В проекте здесь планируется построить экологически чистое предприятие Министерства радиопромышленности. Я не знаю, насколько это можно данные эти приводить, но это предприятие. Теперь Министерство легкой промышленности, швейная фабрика. У нас большое количество женщин не находят в себе применения. Вот. Кроме того, здесь, в северном нашем районе, планируется развитие агропромышленного комплекса. Птицефабрика, свинокомплекс, тепличный большой комбинат. Горожан надо кормить. Но чтобы на тонком плодородном слое земли вырастить хоть что-то, его надо засыпать удобрениями. Удобрение смывает в воду. И цветет Байкал сине-зеленой водорослью. Любое размещение человека вот на Байкале, оно, конечно, имеет свое воздействие на наш Байкал. Но в том-то и заключается сейчас сложность вот наша, чтобы сделать этот Байкал, сделать наш город, вернее, такой, чтобы он был экологически чистым. Это мечта всех людей, всего нашего, и не только северобайкальского народа. И, наконец-то, мы должны сюда привлечь все последние научно-технические достижения, разработки, с тем, чтобы вот хотя бы на примере нашего молодого города Северобайкальск вот что-то реальное сделать. Мы много говорим сейчас об Арале, много говорим о Каспии. Вот здесь вот реально можно осуществить те все наши вот задумки, все наши проекты и последние научно-технические достижения. Есть мечта, достижений немного. А реальность начинает редеть лес, уменьшается площадь водосбора, мелеют речки. Кажется, мы начинаем понимать, что время частных, однодневных решений прошло. Нужно комплексное освоение природы и комплексная ее защита. Мы ищем вокруг Байкала врагов природы, злой умысел экономики. Но среди тех, кто приехал сегодня любоваться Байкалом, могут оказаться отравлявшие его вчера на своем рабочем месте. А лечатся они у озера от последствий того же яда. И нельзя закрыть опасное производство. Это чей-то родной завод. Как можно лишать людей работы? Другой-то здесь нет. Кого же призывать к культуре пользования природой? Вероятно, всех вместе. А пока будем рисовать уходящую натуру, не забывая о том, что ее может сменить. Сплавлять лес по Байкалу будут не на баржах, а в плотах-сигарах еще до 1995 года. Значит, будут еще гнить бревна и на байкальском дне, и на берегах. Байкал может разделить в будущем участь Селенги, крупной реки, впадающей в него. Это Улан-Удэ, столица Бурятии. Все трубы да дымы. И воздух-то нехорош, а вода... Минерализация воды такова, что прозрачность воды, как правило, не превышает 30-50 сантиметров. А пить-то ее можно? Нет. Местное население пьет воду только из колодцев. А почему? Ну, это связано прежде всего с мутностью, с очень большой мутностью воды.
Ну и с тем, что воду пить просто-напросто в последнее время остерегаются. Боятся, видимо, ну как и желудочных заболеваний. Ну и также изменяются очень сильно свойства воды как таковой, органолептические. Да, становится невкусной. Вычеркнутые из жизни 160 километров нерестилищ Омуля и Осетра от Улан-Удэ до дельты Селенги. Смертельная для рыбы концентрация металлов и нефтепродуктов. Что ж поделаешь, если уровень экологической защиты – незапланированный показатель. Прямо в реку течет недоочищенная вода с целлюлозно-картонажного комбината, родного брата знаменитого Байкальского. И если бы только одно предприятие. Нет комплексной охраны Селенги. Поэтому внизу коктейль из стоков, над ним коктейль дымов. Нам нужны картон и бумага. Нужны сегодня, а грязную пену с воды можно сдуть. Я уже тоже эту тему когда-то поднимал. Вот недавно совсем была программа «Взгляд». В этой программе показывали двух молодых фашистов, так, со свастикой, очень интеллигентные ребята. Охраной Байкала, заботой о Байкале заняты любители и профессионалы, студенты и академики, писатели и прокуроры. Однако общественное движение не всесильно. Оно может лишь обратить внимание, может остановить браконьера, но хочется немедленного результата, немедленной и всеобщей очистки. Споры кипят на берегу. Мы работаем над выполнением этой программы. На что же надеяться байкальским жителям? Ловить омуля в мутной воде? Омуль у нас тут, значит, по большой-большой многотысячной записи. Какие еще у нас дары Сибири? Ну, меха, конечно, тоже у нас широкого хождения не имеет, свободной-то продажи. Хотя большинство наших граждан хорошо одевается. В том числе и сибирские меха. Ну, как вы считаете, может, природа скудела? Природа, безусловно, скудеет, но главный-то здесь виновник – это наша бесхозяйственность. Во-первых, экологические вопросы, они все связаны с экономикой. И непосредственно, если мы не решим наших экологических проблем сегодняшнее развитие производства, то мы не решим и экологические проблемы. Ну а так как сейчас это говорят, в общем-то, и Горбачев это признает, что сейчас наша политическая система, которую мы перестраиваем, не давала развиваться нашей экономике, да? То есть, если поэтому здесь прямая взаимосвязь, в общем-то, приходится, занимаясь вопросами, я считаю, что вопросами, занимаясь экологией, не интересуясь другими вещами, просто невозможно. Пытались мы найти сибирские дары на иркутском рынке. Однако здесь все теперь завозное. Говорят, торговали раньше омулем, икрой, зеленью, даже яблоками своими. Теперь ради скорейшего развития сельского хозяйства так взялись за землю, что она посинела. Приходится бороться с последствиями интенсификации. Защитники Байкала добились закрытия завода фосфорных удобрений. Добились принятия комплексных государственных решений по защите озера. Экономика пытается найти общий язык с экологией. Долго ли продлятся эти поиски? А может поискать в далеком прошлом? Есть культурная традиция, вековой опыт сосуществования с природой. Мы должны себя менять. То есть нам нужно вот это отношение к природе ставить на, ну, такую вот основу. То есть те люди, которые не знают, вот, скажем, их не воспитывали, скажем, вот, если для более существует много табу,
например, в реке не купаться, туда ничего не бросать, кровь туда не пускать, и далее, и далее. Или молоко не проливать. Никто не будет выливать кровь в речку. Это сильнейший этап. Моральный запрет для верующего – не ослепление ограниченного ума. Этнос, сохраняющий среду обитания, сохраняет себя, продлевает жизнь рода. Другой вопрос, что атеисты, они относятся проще ко всем вещам. То есть он живет только раз в жизни, ему не волнует, что он в будущем переродится во что-то, скажем, в быка или в корову или что-то такое. Он в это не верить не может. Он хочет жить раз и хочет его прожить так, как хочет. И когда человек, он сам по себе, зачатки плохие вещи, он начинает здесь чудить, потому что контроля нет. У него мораль отсутствует, потому что сверху нет контроля, нет никаких божеств, которые ее регулировали. Если он своровал, значит, это его, вернулся его. И здесь получается такая философия, что сумел где-то сделать что-то. Если его не заметили, значит, он живет, пока его не поймали. А человек верующий, он контролирует ее совесть. Он все будет помнить, он в то время где-то вылил ушат чего-то туда. И когда через 2 года у него появятся какие-то неприятности, он вспомнит это. Это есть контроль, который регулирует везде. В этой массе, скажем, буддист очень регулируемый народ. Он можно регулировать. Воровать нельзя, значит, он не будет воровать. Нравственность в природопользовании. У нас тоже есть регулирующие законы. Запрещено, например, во время нереста ловить рыбу. Но когда целый рыбзавод ловит, тогда вместо закона план вылова. Тогда берем омуля вместе с икрой. Такая, с позволения сказать, экономика разоряет не только природу, но и души. Как важно уметь вовремя остановиться. Ну, совсем не трогать не надо, так называется. Регулировать нужно. Вот. Вот как сейчас, допустим, лимитированным способом. И в летний период где-то в пределах 50 тысяч по Байкалу улавливают. И вот сейчас второй период отлавливают от нерестившего омуля в пределах 3000 с лишним, вот, не больше. Но в дальнейшем намечается, по-видимому, прибавить отлов. Вы не против этого, да? Ну и научная организация не против. Вы вот. Знаете, что они знают, сколько омуля в Байкале? Ну, раз занимаются, конечно, знают. Вот. Учет все равно какой-то ведется. Учет ведется, но это учет потерь. Гидроэнергетика потребовала поднять уровень воды. Пришлось затопить поймы, залить нерестилище. И опять рыбаки без улова. Чем может ответить природа? Байкал штормовыми ветрами да высокой волной. Побушует и успокоится. Опять будет для одних отстойник или садок с рыбой, для других сибирский тракт или курорт. Все вытерпит. С детства у меня есть представление о Байкале как Байкал Бабе. В переводе Бабе это, кажется, отец, да? Байкал Бабе. Вот у меня вот с детства вот это впечатление Байкал Бабе. Отца. Значит, человек? Нет, здесь не именно вот человек какой-то, вот, допустим, конкретно с каким-то характерным чертом. Нет, не в этом. А вот в моем представлении, вот это Байкал Бабе, Бабе, что-то, ну, в общем-то, как сказать, почитание, но не личностного. Ну, что такое большое, сильное и ласковое, с одной стороны. Так, если это все, конечно, можно совместить. Потому что ласки тут иногда мало бывает, но иногда там действительно ласковые. В то же время сильный. Шутки с ним плохие. Охранять его? Ну, разумеется, охранять всего надо, в том числе и сильных. Он может быть грозным, если он будет карать за содеянное. Если он сделал плохое, скажем, влил в Байкал что-то, вот он может за это карать. Это его право. Существует только вот понятие такое Байкал и дух Байкала. Вот. А духа Байкала, в общем-то, насколько я знаю, ни на каких писаницах, нигде нет такого изображения. Но все равно его как-то представляли? Видимо, мне так кажется, что это настолько величественное, настолько великое, что рука человека не поднималась на то, чтобы
каким-то образом высечь его на гранитных скалах. В литературных источниках, так вот, вы, наверное, знаете балет «Красавица Ангара», да? То есть в образе седого старика. Вы помните его, вот нашу былину, когда вот от него убегала дочь Ангара, и он ее хотел задержать? Ну, другого представления, я думаю, не только у меня, и у других товарищей. Вот единственный батюшка. Батюшка наш Байкал. То, что попадает в Байкал, все выбрасывается на берег. Вот. Почему его называют священным? Есть, конечно же, и природный запас прочности. Байкал выплескивает в мелководные заливы соры все инородные тела, грязь. Да и микромир озера так организован, что не впускает чужаков. Многие биологи утверждают, что этой естественной защиты хватит надолго. Хотелось бы, чтобы хватило. Перед вами Байкал. Длина 636 километров, ширина до 70 километров, глубина 1620 метров. Восьмое по площади озеро в мире. Максимальный возраст любого озера – 10 тысяч лет. Котловине Байкала – не менее 20 миллионов. Хоботком и затянет все внутрь, и много песку попадает
Вот. От песка он избавляется, выбрасывая его через жабры. Мы иногда видим, как выходят два мутных фонтанчика через жабры. Иногда просто сочится струйка песка на передней половине. Вот сейчас посмотрите ротик, он вам показывает. Вырвет улыбка, если пробуете. И такие ученик хейт твинки на вашу. Иди сюда. Вот посмотрите, какой интересный рот. По форме напоминает. Спокойно сидит. Их специально высадили в маленький аквариум, потому что здесь спрятаться нет. Сначала их держали вместе со сестрами, они забивались, рыба крупная, забивались вот туда, за пустые эти наши дикотвильдины. И чтоб удобно было вылезать, сделали им отдушину. И когда посадили маленькую, очень беспокоились, как старшая отреагирует на ее появление, боялись, что обидит, покусает. Но получилось совсем наоборот. Малышка еще не забыла маму. Первое, что она сделала, она ткнулась носом в брюшко. Как раз вот там она молочко пыталась найти. И старшая в панике вылетела туда, наверх, и отсиживалась там какое-то время. А маленькая поняла, что чужая тетка, надо свою дырку делать. И стала царапать вот там пластик. Она двое суток работала, скребла. Этот пластик, старшая уже поняла, что перед ней несмышленыш подплывала носом, трогала. И говорила, вот есть уже готовая дырочка, вот тут вылезай. Вот сейчас у них замечательные отношения. Маленькая ходит вслед за большой хвостиком. А тут у них... Не совсем удочерила, но она ее, конечно, она ее воспитывает. Она ей показала, что вы мой хозяин. Но когда кормят, чтобы не было никаких споров, никаких склок, просто рыбку раскладывают на две тарелочки и бросают одновременно. Каждое место в отдельности. Такой шарик. Ну, они потом... А что так шарик снимается? Идеальная форма. Это промашка, да? Сколько рук? Ага.
Thank you.